Здравствуйте, дорогие мои подписчики и случайные зрители моего канала. У меня сегодня эксперимент. Сейчас я вам расскажу. Погода ветреная, но я сейчас за дом зашла, поэтому здесь тихо. Сейчас выйду, где ветер, и буду тестировать свою камеру. Вы мне уже советовали закрыть микрофон поролончиком. Вот я сейчас его сделала. Поролончик вырезала. На резиночку посадила. И если будет хороший звук, то я буду использовать этот лайфхак. Но если нет, значит, пусть будет ветер. Вот сейчас немножечко ветер задувает. Вот так, вот так. Вот так. Я прям постараюсь везде поймать этот ветер. Вот так вот дует. Надеюсь, спасать будет меня этот поролон. Я сегодня еще запланировала в парикмахерскую сходить. Позвонила в свой салон. Оказывается, мой мастер в отпуске до 22 июля. Представляете? А мне 17-го уже уезжать в Новосибирск. Вернусь только 21-го. Конечно, могла бы по приезду сделать прическу. Но хочется подстричься. Уже обросла. И хочется аккуратненько подстричься. Ну что я решила сделать? Дочь написала сейчас, чтобы она дала. Смотрите, какие модные ребятишки, какие модные. Я, знаете, сейчас заметила, что на велосипедах едут или на самокатах, сзади рюкзак, огромная колонка и орет музыка. Ну вот они такие модные сейчас вообще. Ну вот это вообще, смотрите-ка. Музон такой крутой. Сейчас прям мимо меня проезжали, я прекратила съемку, потому что грохочет музыка, перебивает. Так, что хотела сказать-то еще? Ну вот, позвонила дочи, и она мне дала телефон своего мастера. Она ездит в Солнечный, туда, где мама и Оля живут. Там у нее салон. А я тут рядышком бегаю с домом. Ну, раз мой мастер в отпуске, значит, я придется изменить ей. Хочется все-таки сделать прическу. Хотя, конечно, для меня это определенный риск. Потому что волосы у меня очень тонкие. И мой мастер Наташа хорошо уже знает, что мне нужно. А тут придется рисковать. Но Лизу всегда аккуратно подстригает. Настолько модно, аккуратно. И красит Лиза у нее волосы в разные цвета уже. Она всякие эксперименты проводила. И вот последний раз совсем коротко ее подстригла, как мальчика. Лиза так хотела, довольна. Вот ветер подул. Потом проверю, как на камере будет звук. Может, бу-бу-бу-бу-бу-бу иду сейчас. И в ус не дую. Ну вот. В общем, к 5 часам. Сейчас еще 3 нет. А на 5 я записалась. Покажу вам, что получится, и сама посмотрю. Ну, надеюсь, все будет нормально. С другой стороны, волосы не зубы, отрастут. Опять эта машинка на пути мне встретилась. Че, любопытная птичка, а? Ой, тю-тю-тю-тю. Так мне интересно проверить, как будет работать моя камера. Прям очень. Что-то в этом году здесь садик этот совсем пустой. Здесь только цветов всегда. Почему-то в этом году не посадили. Но занимаются вот этим садиком жильцы. А сейчас мы посадили. Я себе браслетик сделала. Голубенький. Сейчас покажу. Сережки и браслет. Прохладно сегодня, хорошо. Ветер такой прохладненький, хотя на улице жарко. Вот такой браслетик сделал. Смотрите, это мы с Олей зашли в Эль-Сити. Вот видите, ветер был, ветки ломала, я вам говорила. Так-то поля, они хрупкие, всегда ломает. А вот здесь, кстати, пуха нет. Ну, меньше, по крайней мере, есть кое-где. Но не так. А у мамы там все в пуху. У них там, наверное, юг. Хотя нет. Севернее. Видите?
этим, с беленьким шнурочком, чуть-чуть вот бусинок не хватило, я вот так поставила шнурочек. И вот такой голубенький камешек. А это соли мы купили. Зашли в Эль-Сити и купили мне лак для ногтей. Во, сейчас я проверю камеру. Ветер прям сумасшедший задувает. Если это спасение будет, я прям рада. Этот маленький поролон, который прикрутила сейчас в камере. Если он реально спасет, отлично. Прям ветер как надо задувает сильно. Дают квартиру на втором этаже или на первом. А я сейчас зайду в магазин, куплю овощей всяких, сделаю овощной салат. Может, фруктов каких-то куплю еще. Девчонки, у меня до парикмахерской еще 1,5 часа. То есть я час на дорогу оставлю, а за 1,5 часа мы с вами успеем посолить огурчики в этом... в мешочках. Я 2 мешочка поставила. Один помельче огурчики туда буду складывать, а второй покрупнее. Смотрите, полезный совет от меня. Укроп купила. И вот этот вот пушистенький весь оставила, помыла, оставила на салат. А вот такие веточки, вот, девчонки, никогда не выбрасываю, потому что он так хорошо в засолку, вот огурцы солить. Если вы еще ложкой или толкушкой его помнете, он дополнительно даст сок. Аромат тот же самый, а вы же не едите укроп там из огурцов. Поэтому вот для засолки то, что нужно, вот эти вот стволы, которые погрубее. Все, давайте будем распределять малышей сюда. Ну, не такие они уж малыши, но все равно они быстрее посолятся, поэтому их отдельно. Сейчас разложу, потом покажу, что дальше. Вот, смотрите, разложила по мешкам. Теперь туда укроп. На глаз. Вот нет никаких пропорций. Как мама говорит, горсточку. У всех горсточки разные. Щепотки и горсточки. Все. Чеснок сюда и сюда тоже. Я его не мелко, так, зубчик примерно на 3 части разделила, вот так. И черный перец горошком тоже туда немножечко, щепотку такую, щедрую, даже вот сюда 2. Все. И соли. А соль, ну, столовую ложку, вот на 0,5 килограмма огурчиков. Примерно столовую ложку. Вот у меня банка узкая. Вот так. Столовую ложку примерно. Хватит. Через 2 часа будут готовы. Все. Сейчас их завяжу, потрясу и уберу в холодильник. И вот, смотрите. Вот так у меня получилось. Я их хорошо растрясла. Все, через 2 часа они будут уже готовы. И в чашечку. Чашку или в тарелку, потому что протекут, сок дадут и протекут через мешки. Как-то вот они умудряются протекать. Не знаю как. Все, вот это убираю в холодильничек. А через 2 часа будет мне приятного аппетита. Картошечки молодой отварю, да с огурчиками. Ух! Делайте, девчонки, так вкусно. И мальчишки тоже делайте. И просто. Сколько у меня это заняло времени? 5 минут. 10 от силы. Все, убегаю. Так, приехала я в Солнечный. Ищу этот салон. Он называется Креатив. Слава 11, мне сказали. Я сейчас им позвонила. Говорю, я приехала, но забудь. А вот, Слава 15, Слава 13. И вот там, значит, где-то. Идем, смотрите, что народные умельцы сделали. Из покрышек сделали аиста. Из камней сделали воду. Вот такое озерцо. Ну, классно. Из черных покрышек вырезали. Все, нашла я. Вот так выглядит этот салончик. Красненький. Красненький, маленький. Идем. Если такое высокое, удобно. Прям чуть ли не качалка. Сейчас я буду подстегать.
смотрите, меня Юля подмолодила. В общем, сделала немножечко по-другому и сказала чуть-чуть отрастить, и мы будем менять эту модель. В общем, она мне что-то другое хочет сделать. В следующий раз приеду, и она мне сделает по-другому. Посмотрим, что получится. Сейчас она мне волосы припудрила. Говорит, их можно вообще лаком не поливать. Пудра экономнее. И их можно это поднять в любое время. Под шапку или как. Ну, в общем, я пудрой никогда не пользовалась. Но специальная пудра для волос. Это для таких же, как я, кто не знает. Я не знала. Не, мне дочь говорила, что можно пудру использовать. Но я никогда не пользовалась. А то прямо испереживалась, что скоро в поездку, а я поеду без прически.